Добрый день, на связи канал «Деньги в интернете», и сегодня мы поговорим про хостинг сайтов. Что это такое, зачем это использовать, порекомендую вам шикарный проект, который работает с 2001 года, и его партнерскую программу, по которой можно заработать деньги. Приступим! Называется проект Multihost. Это один из хостингов, который поддерживает корневой сервер сети интернет. Всего их три в России, и один из них находится у Multihost. Как я говорил ранее, проект работает с 2001 года и предоставляет самое современное оборудование. Вы, наверное, спросите, что такое хостинг, зачем он вообще требуется? Так вот, хостинг сайтов нужен для того, чтобы ваш сайт могли находить пользователи в интернете. Чтобы вообще сайт функционировал, необходимо две вещи – домен и хостинг. На хостинге содержится сам сайт, его файлы, страницы, различные изображения, скрипты, стили и так далее. А по домену пользователи его находят. Хостинг и домен вместе поддерживают технически ваш сайт. Домен играет меньшее значение, чем хостинг с технической стороны, потому что хостинг позволяет оперативно получить информацию, обработать ее и выдать пользователю. Чтобы ответ сервера был быстрее и сайт загружался также быстро, необходимо наличие SSD-диска и мощности сервера. Все это здесь присутствует. А скорость загрузки сайтов влияет уже на множество факторов. Наличие в поисковой выдаче, улучшение поведенческих факторов, ну и, конечно же, конверсий. Смотрим Multihost. Что он предлагает? Быстрый виртуальный хостинг на SSD от 125 рублей в месяц. Здесь написаны особенности. Также мощные виртуальные серверы VPS, VDS. И также здесь можно создать сайт бесплатно при помощи конструктора сайтов. Он прост в использовании, включает более 170 шаблонов и адаптирован под мобильные устройства. Это очень круто, если вы не умеете создавать сайты, а другие конструкторы для этого требуют деньги. Ну и последняя партнерская программа. Вознаграждение до 50%. Я открыл вкладки партнерам и конструктор сайтов, чтобы посмотреть чуть позже. Сейчас пока смотрим основную страницу. Регистрация доменов RU.RF всего 150 рублей. Здесь же можно проверить свободное имя домена. С его помощью как раз пользователи находят сайт в интернете. Давайте для примера что-нибудь введем. Например, деньги в интернете youtube.ru. Нажимаем «Проверить». Видим сразу результат проверки. Стоимость домена можно, кстати, получить бесплатно при оплате виртуального хостинга или виртуального сервера на 1 год. Видим различные акции. Например, стоил 490 рублей domain.net.ru, а теперь 150. Заказать домен можно с хостингом или без хостинга. Тут же видим акцию «2 домена бесплатно на всю жизнь». Только до 10 июня 2018 года. Это может быть многим интересно. Для бизнеса это шикарный вариант. Можно взять домен RF и RU. Зарегистрируйте свое персональное имя в самой надежной компании, ведь Multihost обладает следующими статусами. Платиновый партнер аккредитованного регистратора Uninik и лучший партнер аккредитованного регистратора RuCenter. Что касается технической информации, вот DNS-серверы и регистраторы. Их я прочитал чуть выше. Все в принципе понятно, давайте теперь посмотрим конструктор сайтов. Он доступен двух видов. Бесплатный на тарифах виртуального хостинга S и M и расширенный. Он предоставляется на тарифах виртуального хостинга L и XL. На первом более 30 шаблонов, визуальный редактор сайта, то есть вы можете сами создать сайт, просто смотреть и делать. Какие вам блоки нравятся, их определенным образом расставлять, добавлять информацию, ну в принципе понятно. Стандартный набор функций и неограниченное количество адресов электронной почты. Расширенная версия содержит уже более 170 шаблонов, также визуальный редактор, расширенный набор функций и неограниченное количество адресов электронной почты. Преимущественно высокоскоростные SSD, самый современный дата-центр, облачные технологии, резервирование всех систем, кстати, очень полезная функция, потому что ваш сайт может как-то слететь, что-то с ним случится, хакеры украсть, и у вас все будет зарезервировано на всякий случай. Круглосуточная поддержка 24/7 и надежные каналы связи. Видим еще особенности. И вот примеры сайтов. Видеоканал для увлеченных спортом людей, какая-то интерактивная выставка, магазин сладостей и что-то связанное с интерьером. Выглядят сайты очень даже неплохо, стильненько, можете тестировать без проблем, учитывая, что это совершенно бесплатно. И вот одна из ключевых особенностей, которая меня зацепила. Здесь имеется выгодная партнерская программа. Как вы знаете, мы плотно работаем с различными партнерками.
у нас есть сайт YouPartner, отдельный канал «Партнерские программы», и вообще мы им уделяем достаточно много времени. Так вот, что нам предлагают? Зарегистрируйтесь в качестве нашего партнера, привлекайте клиентов в нашу компанию и получайте за это вознаграждение. До 50% всех платежей, совершенных привлеченными вами клиентами. Мы позаботились о наших партнерах и сделали одну из самых удобных панелей управления партнера, а также множество способов вывода вознаграждения. Партнерка действительно выгодная, потому что платят до 50% от всех платежей. Это крайне выгодно. Даже наша партнерка платит всего 40%. Что нам предлагают? Удобную панель управления партнера, большие возможности для анализа, готовые рекламные материалы и удобный вывод вознаграждения. Давайте войдем в личный кабинет. Чтобы стать партнером, нажимаем «Перейти» и регистрируемся. Здесь вот также имеется дополнительная информация. Минимальный размер выплаты 300 рублей. Вывести деньги можно на любой банк Российской Федерации, кошелек Яндекс.Деньги или WebMoney. Также можно на благотворительность потратить, услуги мультихост и возможность оплатить услуги партнеров. Так, ну здесь вот инструменты анализа указаны, это мы сейчас посмотрим. Получайте вознаграждение не только от привлеченных вами клиентов, но и 15% от первого платежа клиента, привлеченного приглашенным вами партнером. То есть это дополнительно нехило увеличит ваш заработок. А также они делают подарки лучшим партнерам по итогам каждого месяца. Ну и здесь имеются документы. Давайте войдем в личный кабинет. Вот так он выглядит, очень стильненько. Замечаем статистику по заказам, оплатам и переходам. Рядом имеется рейтинг, подарок лучшему партнеру, занявшему первое место, Apple iPod. В принципе, неплохо. И вот информация о рейтинге. Сверху баланс и номер партнера. Чтобы выполнить различные действия, здесь предусмотрено вот такое меню. Рядом различная информация по заработку, наш баланс, заработано в текущем месяце, прошлом, за сегодня и за вчера. Также имеются начисления и списания по счету. Чтобы вывести деньги, открываем соответственное меню, выбираем способ оплаты, указываем сумму, нажимаем «Далее», вводим счет и дело сделано. Чтобы пожертвовать деньги, выбираем организацию благотворительную и также вносим сумму. Также будет удержана комиссия 50 рублей. Чтобы оплатить услуги мультихост, необходимо ввести номер счета, который желаете оплатить. Вот. Услугами партнеров является мобильная связь МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Здесь также имеется договор, можете прочитать. Если остались какие-то вопросы, обращаемся в поддержку. Указываем тему запроса, текст и имейл, на который хотим получить ответ. Чтобы привлекать партнеров, переходим в раздел «Реферальная ссылка». Здесь есть подробная информация. Получаем ссылку и при переходе по ней открывается просто мультихост. Но этот человек уже зарегистрирован как ваш партнер. Вот здесь партнерские ссылки. Чуть ниже рекламные материалы. Вы можете привлекать клиентов в нашу компанию любыми законными способами, используя как наши, так и любые другие рекламные материалы. Снизу вы можете скачать логотип и рекламные баннеры. Вот они в архиве находятся. Ну и последние разделы – это отчеты по абонентам, заказам, выплатам, начислениям. Все предельно понятно и просто. Можете использовать в своей работе. По безопасности мы видим историю авторизаций и возможность сменить пароль. Что касается тарифов, они здесь персональные. Для регистрации доменов 0%, для виртуального хостинга 30% и для VPS 10%. Если вы хотите изменить тариф, просто обратитесь в службу поддержки. На этом все. Думаю, проект вам понравился. Ссылка на него будет в описании. Партнерская программа здесь крутая, можете работать с ней. На хостинге размещать свои сайты, ну и также регистрировать домены. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и делитесь роликом с друзьями. А с вами был канал «Деньги в интернете». До новых встреч, дорогие друзья!